глаза. Йоу, ребят, приехали сегодня чисто в город поснимать лесенки, дропчики, триал, насколько это возможно на маунтинбайке. Но хочу заранее сказать, такое катание никакого прогресса не дает, приводит только к ухудшению состояния велосипеда, ухудшению вашего здоровья, и это катание можно назвать только долбоклюйством и ничем лучше. Вот, моя инста здесь, Димина инста здесь. Короче, сегодня было много чего интересного. Мы приехали в город поснимать как отдых, потому что у нас были чемпионаты, мы устали, а чемпионаты у нас еще потом будут. И сейчас мы будем возвращаться к таким стандартным тренировкам, а это больше как разгрузочный день. Надеюсь, вам понравится. Приятного просмотра. Поехал бы я первый. Да, давай ты первый. Но ты помнишь, что мне нужно очень много разгоняться. Я вкратить не могу сразу. Да. Я поеду за тобой. Ну, полетели. Берем разгончик. Я разгон беру чуть поближе, потому что мне легче вкручивать. Полетели! Господи, подвеска пробита опять. Как же это жестко. На этот раз мне в кисть отдало. Как же жестко пробивается подвеска с таких дропов. Ау. Следующий спот — это вот такая вот лестница. Димас ее съезжал давным-давно в одном из видосов. Я, короче, вот эту лесенку и та, которую мы прыгали, все это уже ездил и прыгал на дерте. А Толян вот сейчас будет пробовать это все, ему это все впервые, но вроде ему пока нравится. Катание бессмысленное, и на дерте особенно это даже больно. Я вот, например, первый раз, когда лестницу прыгнул на прикатку, голеностоп у меня заболел. Сейчас у меня кисть болит уже очень долго, это прям на. Поэтому сейчас поедем лестницу, а не прыгнем ее. Вот я и поеду первый раз, мы ничего тут прыгать не будем, естественно, ну, она слишком кривая, просто съедем, пофанимся. Сегодня ведь вообще чисто фановый день. Погнали? Спокойненько. Небольшой разрывчик за Димасиком. Скажу честно, в прошлый раз было намного медленней. Да, я сейчас увидел, ты прям такой скоростью. Да. Я вот такие ноу-фу ты словил. Ну как? Давайте деньги можно. Ну, поехали. По кочкам, по каменным цветочкам. Значит, небольшая, несложная съезжалка. Дальше половина лестницы улетела. Да, она очень мягкая. Особенно с подвеской. Сейчас узнаю. Но в плоскач я дропать точно не буду. Я не хочу. Не хочу. Дима обещал, что она с очень мягким подъездом. Максимально мягкая лестница и подъезд. Ну вот, я очень на это надеюсь. Дима обычно не врет. Давай. Едем. Мне прыгать лестницы не очень нравится, я люблю природные споты. Согласен. Но надо немножко разнообразить контент. На самом деле прикол в этом тоже есть. Да, прикол есть. Но это абсолютно бесполезное занятие. Я вначале об этом точно сказал. Да. Да. Давай. Поехали, поехали. Димас еще поэтому может фигачить, во.
Едем. Давай. Кайф. Мне понравилось. Это было хорошо. С банча дернул? Обижаешь. Конечно, мягко, это ни хрена не было. Ну, блин, тебе с подвеской-то не жаловаться. Поприкалываюсь немного, я понимаю, что ничего такого сложного, но вообще прикольная тема. Кадр красивый. Ну да, кадр плюс-минус красивый. Вода там, небо, все такое. Ждем оператора и ехаем. Давай. Да. Блин, я уеду только с мануалом. Я просто буду вторым оператором. Да. Ты ж плаваешь хорошо? Конечно. Ну если что, Толян. Ну если что, за великом я не верну. Я на руках заплачу. Велик плавает. Блин, на самом деле сложная херня. Особенно учитывая то, что я очень дерьмово плаваю. Как вам такой поворот? Ладно, поехали. А. Ну, небольшой есть, как бы. Ну, давай, третья попыточка. Такая, на заключение. А, чтобы вы понимали, то есть, по факту, выглядит это не страшно. Но если посмотреть, то как бы здесь не то, чтобы очень много места. И... начать еще балансировать на заднем, это, конечно, весело, но я в этом дебе компанию составлять не буду 100%. Давай, просто, просто красиво. Чтобы вы понимали, расскажу, что у меня с мануалом происходит. Последнее время меня косят в бок. Как раз таки в левый. Поэтому это неприятно и страшно, но пробуем. Ну ладно, давай еще раз. Блин, Димас, знаешь, как это было? Так, тебе покажу. Что ж, точно завершающая попыточка, потому что... без... Ну так, не то чтобы потенциал хороший в этой идее. Давай. Ну, скажем так, с каждым разом лучше, но я не хочу продолжать. Давай дальше, не надо. А. Ну, сразу... Хорош. Прикольненько. Въехали. Пошел. Он хочет сходу лететь в самый последний пролет. Подожди, а там вообще хватит длины его? Блин. Жойска. Блин, да охренеть, там столько ходов надо. Разгоняемся. Кайф. Побольше лучше. Не, мне просто страшно было. Будем вкручивать еще сильнее.
еще мощнее и долетим эту чертову пролетку. О, да! Ну давай, full send. Делаем то же самое, просто больше скорости берем. Москальчик и пролет дальше. Давай еще. Я думал, я с такого разложусь. А это было мягко. Еще раз. Фу, блин. Блин, надо вкрутить вообще как черт и выдернуться. Полетели. Это охренеть далеко, но более чем реально. Давай. Я хочу еще, только чище. Да харе. Хочу дальше. Я не хочу так сильно задним задевать. Но мне понравилось. Да хорошо, теперь можно их вдвоем. Да, давай вдвоем. Ну я жесть как много вкрутил. Я брал разгон. Это жесть как много. Все, едем. Не, я отсюда не брал. Я брал оттуда. Чуть-чуть назад. Нормально. Да! 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 Так синхронно. О, хорошо. Я понимаю. Так, чуть-чуть переместились. Это все то же место, просто с другой стороны. Ничего сложного, очень лайтовые такие вещи. Чисто прикататься, поприкалываться. Ага, и отсюда на ходах. Нормально. Выехаем. Ну и сходу вторую лайнушку. Примеримся, как минимум. Хотя я лично хотел бы с первого раза ее. Мне понравилось. Потрялили, потрялили. И видос близится к концу, потому что... Ну, если вам зайдет, сделаем вторую часть, может и третью. У нас еще достаточно спотов вам показать. Поехали. Просто перелететь. Так. Что перелететь? Да эту штуку туда. Как? Ну да, туда, туда. Хорошо, а ты хотел сказать, хватит ли тебе банника, то есть ты хочешь примерить? Да, я примерюсь в воздухе. Так, подожди, это вот по защиту, короче. Ну, вместе с этой штукой, наверное, ну вот по... Ну, здесь можно задним цеплять, не страшно. Ну, ладно. Ребят, родилась новая линия. Мы уже собирались записывать начало, концовку. Но,
неожиданным образом, посредственно. Блин, это очень страшно. Сейчас я посмотрю, что там, куда я лечу. А, просто в травку, просто запрыгиваем, окей. Там просто травка, перепрыгиваем эту штуку, как бордюр. Прям впереди. Да, я могу выше. Давай выше. Чуть-чуть повыше теперь полетим. Так интересней. Оп, солидно повышаем ставки. Толян сидит намного левее. О, хорошо. Хочу выше. Еще раз повышаем ставки. Бля, нихера себе, что делаю вообще? Что творю? А, что творю? Я решил не рисковать, не пробовать выше, но хочу добрать ту, которую только что делал. Типа, я сделал ее не очень чисто. Сейчас надо чище, прям там, где Толян сидит. Прям вот оттуда же прям херануть, прям так банча, прям бам, сколько есть скорости, мочи, вообще силы. Фу, давай. Получается, берем вот такую траекторию. Я за счет скорости просто туда приземляюсь. Ладно, нормально, мне понравилось. Что ж, мы решили заканчивать видос, потому что сила GoPro-шка, морально устали, потому что Толян, вот для него это вообще что-то новое. Я как бы сегодня нового только вот одну штуку сделал. И мне серьезно, мне было это страшно делать, я это никогда не делал, мне реально, мне проще прыгнуть какой-то большой пролет на бабелке, то есть я вижу кикер, я знаю, как от него оттолкнуться, и все, и лечу. А здесь непонятное что-то с чем-то, но это было весело. Есть трипл на лестнице, есть ванеха, у Димы есть офигенный паник, просто кайф. Что ж, спасибо большое за просмотр, надеюсь, вам понравилось, вы влепили лайк, написали комменты и подписались, что тоже важно. Всем пока!